Всем привет, друзья, с вами Эрнесто, я продолжаю играть на Arizona RP Saint Rose, и в недавнем обновлении вышла такая система, как новое казино, в виде рулеток. Первый день после запуска обновы был найден конкретный баг на это казино. Мой подписчик успел набагать около 150 миллионов фирт. Это просто жесточайшая сумма, и на самом деле это очень много. Суть бага заключалась в том, что в этой рулетке новой, в новом казино, всегда выпадало число 20. И люди, походу, это как-то пронюхали, нашли и начали просто все ставить на число 20 и выигрывать просто бешеные ставки. В данном случае мой подписчик ставил по 50 тысяч фишек на одну ставку и постоянно выигрывал. Поднял там около 2 или 3 миллионов фишек, я точно не могу сказать вам. Все переписки и само видео с багом я вам покажу чуть-чуть позже. Но перед тем, как вы начнете смотреть этот ролик, я вас попрошу поддержать меня лайком. Чем больше лайков набираем, тем быстрее выходит следующий видосик. Также, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то самое время это исправить и нажать на красную кнопочку подписаться и рядом с ней нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать, когда выходят у меня ролики. И вот победитель с прошлого розыгрыша на 5 миллионов, я тебя поздравляю, отпиши мне в ВК, чтобы забрать свой приз. Но в этом ролике я разыграю дом в Лос-Сантосе, который разыгрывал буквально ролика 2 назад. Победитель так и не отписал, не забрал свой приз, наверное, он ему не нужен, или он просто-напросто не посмотрел этот ролик, где видно, что он победил. В общем, не знаю причину, но этот дом я буду переигрывать. Так что смотрите ролик до конца и посмотрите, где находится этот дом и что нужно будет сделать, чтобы принять участие. Желаю всем приятного просмотра. Итак, друзья, смотрите, мне пишет некий Кирилл: Эрнесто, видел новый баг, который уже пофиксили в казино. Если интересно, могу скинуть видео бага для контента и сказать, в чем суть бага. Я пишу: давай. Он пересылает сообщение, где он залил видос. Давайте посмотрим этот самый ролик. Так. Так, тут, блядь, музычку надо вырубить, это у нас слишком жесткое. Он ставит ставку 50 тысяч фишек на число 20. Смотрите, и все ставят, пацаны, вот просто заметьте. Все, кто стоит за столом, ставят на число 20. То есть он уже до этого поднял 1,5 миллиона фишек, но это просто жестко. Так, вот смотрите, сейчас рулетка крутится. Все, он выиграл 1 800 000 игровых фишек. Это просто пиздец. У кого-то вообще банк 3,5 миллиона фишек. Смотрите, сейчас он их обменяет. Сколько у него получится, я не знаю. Но он не все обменяет, он обменяет 1 000 000 фишек. Смотрите, 1 000 000 фишек — это получается где-то, да, 85 миллионов. А до этого он еще забагал раз, наверное, так 5, не знаю, или больше. Очень много фишек, короче, забагал. И поднял, я думаю, около 200 миллионов на новом казино. Потом откат сделали, да, чтобы все набаганные фишки, верты просто у людей ушли, потому что это как бы сделано нечестным образом. На недоработке системе люди вот так вот забагали много-много вертов. Так, парни, значит, я сейчас решил пойти в это самое новое казино. Если ролик посвящен ему, то думаю, можно, в принципе, чуть-чуть здесь поиграть. У меня есть 500 000 как раз на руках. Давайте купим, сколько там нам получится фишек. 5 000 фишек, допустим, да, вот, 450 тысяч у нас с него. Тут, кстати, отдельные фишки в казино, смотрите, вот от обычного казино фишки. А это фишки для вот этой вот рулетки именно. Так, ну и давайте сюда встанем. Че тут? Ставки сделаны, ставок больше нет. Хорошо. Давайте поставим, я не знаю, вот это вроде Evan, это четное, от это нечетное. Я просто не помню. Можно также поставить на красное или черное, ну, свою ставку, какой ты думаешь выпадет. Либо тут можно поставить от какого числа до какого выпадет. То есть смотрите, это от 25 до 36, вроде бы, если я не ошибаюсь, это от 13 до 24. Ну, давайте мы поставим с вами на Red. Вот, 500 на Red ставим, не знаю, повезет, не повезет. Рулетка у нас пошла, крутится. Это вроде идет, если красное или черное, это умножение x2 вроде. Вроде бы, если я не ошибаюсь, опять же. О, я выиграл 1000. Нихуя себе, ебать. Ладно, я понял, прикольно. Если на цифры ставить, то это я хуй знаю сколько умножения. Но самое-самое пиздатое, что можно здесь сорвать джекпот, огромный куш, это если ты поставишь на 0, вот, да, на зеленое, то там очень большое умножение, я даже не знаю сколько, можете написать в комментарии. Сейчас давайте поставим, наверное, на вот этот Evan. Блять, я забыл, это четное или нечетное. Ладно, неважно, все. Крупа нам крутит, давай, крутим дальше. Просто на своих стримах я здесь пробовал играть сразу в день еще обновления, когда вышло. И мне, я просто тут очень-очень много денег слил и тупо не везло. И сейчас просто второй раз опять выигрываю. Нихера себе, я вам скажу. Просто вот мне чуйка подсказывает, что сейчас выпадет опять же черное. Все, поставил 500, опять же, давай крутанем. Пацаны, я выиграл третий раз, моя чуйка сегодня меня не подводит. У меня уже банк 6500 вроде бы, на 1500 фишек я в плюсе. Ну и теперь давайте поставим, я думаю, на красное. Опять же 500, мой первый проигрыш. Поставим 1500 на красное. Не знаю, что из этого получится, надеюсь, что-то получится. Блин, рука персонажа закрывает. А, у меня осталось 3000 фишек. Если я проиграю, у меня останется 3000. Ко мне, я фартовая, два человека джекпот выиграли. Сука, кого ты наебаешь? О, вы выиграли 3000. Заебись.
Заебись, давайте опять ставим на красное. Сейчас ставлю последнюю ставку, все на красное, тупо все, что у меня есть. Все, что имеется у меня, я... Все, просто. Ставка 5500, если я выигрываю, я поднимаю деньги просто в два раза. Вы выиграли 11 тысяч. Ох, ебать, бля, вот это вот каша, я понимаю. Все, чисто выебал казино. Хоть что-то, я в плюсе зато остался. У меня было вообще 500 тысяч, стало миллион с чем-то. Все, поднялись красавчики. А теперь давайте гоним к моему дому, который находится в гетто, который я хочу между вас с братишками разыграть. Так вот, я приехал, значит, к этому самому домику. Сейчас я вам его покажу. Вот он находится, владелец, собственно, я. Номер дома 306, я уже его разыгрывал. Но победитель мне так и не отписал. Уже прошло недели полторы, наверное. Придется заново разыгрывать. Ну, в общем, вот его местоположение. Почти на респе баллас. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, вам нужно всего лишь написать любой комментарий снизу и поставить лайк к этому ролику. Через рандомную программу я определю победителя и вставлю его в следующий видосик уже. Ну и на этом я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Вы поддержите своим лайком, своим комментарием. Подпишитесь на канал, если не подписаны, и будете ждать мой следующий видосик. Также не забывайте добавлять меня в друзья ВК и подписываться на мой инстаграм, если вам интересны мои лайф-истории, там моя жизнь и так далее. Все ссылочки есть в описании. Всех обнял, всем пока.